Тихо. Ага, вся техника вырублена. Ты посмотри на это дерьмо. Стрёмно. Думаешь, Кириленко на самолете? Возможно, по-любому нам его брать. Заметно не пролезть. Тогда так. Мы отвлекаем их, ты прорываешься, ну а потом уж как-нибудь догоним. Великолепно. Ты супер! Очень смешно, Марл. Если мы там не сдохнем, я лично с тебя шкуру сниму, как с оленя. Эй, смотрите, самолет поехал! Ну ни хрена себе, туша! Это Ан-225. Мрия, мечта! Увеличенная версия Ан-224. Самый большой самолет в мире, грузоподъемность 253 тонны! Да чё? Я читал где-то... А супероружие самолет не развалило? Да. Походу, эпицентр — безопасное место. А вот все, что вокруг... По-любому. Нам эту срань не обрушить. Кто тут жаждет угнать самолетик? Самолет взлетает! Шевелите задницей! Эй! Давай!
живей! Долгая была ночь. Ночь ожидания и планирования. Хотя, как там говорят, самое темное время перед рассветом. Порой лучше просто включить свет. Закали часового, возьми его оружие, давай. Я услышал разведсводки, они говорят, что здесь идут шпины. Устроил десяток спецназов. Дань. Сзади! Вот же чёрт! Престон, стреляй! Стреляй! Престон, закали часового, возьми его оружие, давай. Я услышал разведсводки, они говорят... Берегись! Фронт сзади! Вот же чёрт! Престон, стреляй! Стреляй! Слава яйцам, пушки! Только без патронов почти. И у меня штопор. Приборов в кабине. Да, все ништяк. Не парьтесь. Ну че, кто здесь умеет водить самолет? Ладно. Мост еще предстоит перейти. Пошли. Так, достали играть в прятки. Готово. Пошли. Они за дверью. Мы врываемся, а ты на подхвате. Как пойдет дым, мочи. Что за дрянь? Пошли, пошли! Я понял! Найдите ее! Вы еще шарик цели! Подожди, Матик, тут негде спрятаться! Куда этот Кириленко подевался?
Мы в 130 километрах от Техаса, но быстро приближаемся. Сержант, времени нет. Господа, состав, переданный вами, защитит нас от взрыва. За это я вам крайне благодарен. Счастливо. На самом деле, мы, конечно, могли заглянуть в оружейную. Да, но... Ну и хер с ней с пенсией. Все равно скукотища. Вы опоздали, мы почти в эпицентре. Не думаю. Давай. Что? Что вы делаете? Назад, ребята! Эй, шоу начинается. When the moon goes down in the valley of time, talking about time. When the sun, yes, the sun. Мы в Техасе, дом родной, мать вашу! Ладно, ладно. Все равно рано или поздно в гости бы заехал. А, что теперь будем делать? Сержант, чего молчите? Ха-ха. Лучше спросим Марлоу. Благодаря ему я теперь официально на пенсии. Отличная работа, Марлоу. Да ладно, черт светится, а ты как? Не знаю, было круто, конечно, но все равно, спецназ не по мне. Короче, возвращение нужно конкретно отметить. Есть тут одно заведенице и девчонка, Шанталь зовут. Такой вытворяй... Взвод, равняй смирно! Господа! Сэр! Больно! Примите искреннюю благодарность от правительства США. Теперь прошу извинить за плохую новость, но вы отправляетесь со мной. Для чего, сэр? Русские. Вторжение. Сэр, вторжения не будет. Мы только что взорвали их ебаную пушку к чертям собачьим. ПС, отбой вторжения, сэр. Не здесь. Они вторглись через Аляску. Аляску? Порой бывает хреново, когда оказываешься прав.